Уютная гостиница «Вдохновение», банный комплекс и отдых на природе. Село Селинское. В борьбе с гриппом, как на войне, лучшая защита – нападение. С вакцинами против сезонного заболевания медики вышли прямо на улицы города. В этот четверг бесплатные прививки от гриппа делали у торговых рядов. В передвижном медпункте привили почти 40 человек. Все они получили вакцину с двумя новыми штаммами. Вакцина разработана нашим институтом гриппа в Москве. Каждый год вакцина обновляется. По итогам анализа вируса при этого года, на следующий год у них есть программа разработки, как он должен изменяться, этот вирус, делается новая вакцина. Настоящий, вот сейчас в данный момент грипп имеет в себе три составляющих. Это птичий грипп, это свиной грипп и человеческий грипп. Вакцина от гриппа заработает уже через 2 недели и, как обещают сами медики, сохранит наш иммунитет минимум на полгода. По плану областного здравоохранения в Клину должны привить более 50 тысяч человек, то есть 50% населения района. Только так, считают медики, возможно предотвратить массовое заболевание гриппом.